В Кайнаре функционирует творческий кружок. Там обучают девочек изготавливать и вышивать национальные изделия. Руководитель кружка Мируэр Джумашева отмечает, что занятие вышивкой и шитьем также воспитывает вкус, позволяет прикоснуться к истокам культуры своего народа. Здесь девочки учатся шить курах-курпе, обучаются разновидностям узоров. Вот эту подушку мы шили с девочками. Также результат нашего труда – это подушки-валики, безопасный мяч, юрта, коржин, украсили колыбель, на сундуке множество одеял. Это все мы шили с моими ученицами, начиная с февраля месяца. Наш кружок действует с февраля, но открытие кабинета мы решили провести сейчас, чтобы показать свои труды. Занятия в кружке позволяют девочкам развивать творческие задатки, самоутверждаться, проявляя индивидуальность и получая результат своего художественного творчества. Мы с дочкой в феврале участвовали на мастер-классе «Мама и дочка» в Кайнаре. Тогда-то и узнали, что будет работать такой кружок. Мы очень рады, что он есть, так как наши девочки не имеют возможности, как мы раньше, летом проводить каникулы в деревне у бабушки, учиться чему-то. Этот кружок как раз кстати. Пусть наши девочки обучаются практическим занятиям, которые непременно пригодятся им в жизни. Занятие шитьем вызывает у учащихся большой интерес и несет воспитательное значение. Программа дополнительного образования призвана помочь сохранению богатства и традиций национального декоративно-прикладного искусства и его дальнейшему развитию. Всех желающих обучиться данному ремеслу ждут в образовательно-досуговом комплексе «Кайнар». Кружок «Сикарлы курак» бесплатный.